От качества уборки подъезда до постановления губернатора. Теперь вся нужная для жителей информация собрана в одном месте. Управляющая компания «Жилищник» создала телеграм-каналы для каждого дома. Инициатива пользуется популярностью. Например, в сообществе дома номер 9 по улице Совхозной уже несколько сотен человек. Людям все очень нравится, потому что они в онлайн-режиме получают объективную информацию и видят, что в нашем доме спокойно, безопасно. Это особенно касается периода пандемии, когда у нас должны обрабатываться подъезды каждое утро. И, в принципе, после каждой обработки люди получают фотоотчеты о том, как обработка происходила. Помимо новостей о доме и городском округе, там принимают жалобы жителей, на которые управляющая компания должна оперативно отреагировать. Само подключение не займет много времени. Вы подходите к своему информационному стенду, сканируете QR-код, который расположен на объявлении, и заходите по ссылке. Вот здесь мы видим, соответственно, то, что у вас открывается ваш телеграм-канал, который закреплен конкретно за вашим домом. На данный момент создано более 500 телеграм-каналов, к которым могут присоединиться жители всех многоквартирных домов. Ксения Брагина, Николай Забродин, новости Химки ТВ.